Сейчас, Билли, кто адвокат? Этот дурак, блядь, этот был. Суд должен быть куда-то есть. А почему вас обвели на такую одиноку? Не могу понять. А, нет, ну уже все доказано. Так доказано, считают, считать. Да. Это следователь, я же расписку, да? Ага. Я взял. А, и, поэтому? И, да, они же засняли тогда, там, при бинокле они поставили. И говорят, ну, большой, маленький, ну, я говорю, ну, они как тварь-то. Кладу маленький, что это такое? Маленький, совсем маленький, Зури, вообще такой это, глаз. Нет, ног. Это смотри, как она. Да, да, для охоты. Да, видишь такой. Это, который, ну, с крестиком, а это для вот все на самом деле. Я думал, один. Нет, нет, это маленький для охоты, это специально для охоты, и я это сам. Наверное, дело уже закончили, ты как их закончили, суд должен быть, но все равно там, наверное, ничего не было. Если я потребую, у них не сделано. Нет, у них это, ну, как его, они имеют право, когда первоначально. Ну, да, могут обвернуть. А что вы думаете, это конституционно, это одна фирма. Ага, могут год там учиться. С этими? Да, конечно, это одна фирма. Ну, если не будет ввели сюда. Если Тбилиси не будет, да? Или... Если не будет давить Тбилиси, да? Да, ничего, это такое, я оставил, ну, может, год. Нет. Я это столько судов просил, вон, почули, ну, тогда. Да, есть вот, столько судов. Ну, вот, сейчас в адвокатуре, это, адвокат, здесь в день приходит 20-30 машин, ну, там, начальник адвокатуры, вот. Я с ним разговариваю часто, ну, я сам приеду, они там, сопровождение для этого. Да, я юрист там не такой, как их, оперативный, кандидатскую. Я каждый по-грузински неплохо читаю. И я каждый полгода, у них там новые законы. Я у него все время интересуюсь, он прямо говорит. Что там скажут, ты будешь. Уже ушли те времена, когда я там работал, тебе можно было по-человечески, жалко. Да, 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 да. За подарки. Нет, сейчас никто не возродит. Все равно все идет в общак. Приближенно к американскому было. Я слышал.
всем я передал, и ну вы так меня похвалили, так похвалили. Да. А так мне я никогда не спорю. Семейный, есть дети. Да, это я знаю. Он, знаешь, я могу будет прийти с ними там, я не знаю. А после, ну, деньги попозже насылаете. Потому что они мне как вольные наемные, нельзя оформлять. Да. Там 45 лет все придет. Ну, конечно. И все. Даже... Мой зять тоже воевал. Когда вы, просто вот это не могу никак понять. Когда вы машину открыли, первый, кто палит в машину? Никто не палил. А зачем? А и так отписывалось. Как они будут при мне ползут? Весь дом смотрел. Когда меня привезли, со всех окон смотрели. Ну, люди, назад. Я спросил, никого не видел, никто ничего не видел. Нет, вот это. У меня там соседи живет. Нет, там соседи. Первый, второй, третий. Который сюда? У меня, знаете, кто живет? По первому этажу. Антас, это мой господин. Антис, Леван. А это совсем в углу. Вообще я его видел. Да, там да. Там кому не спросили, кому не спросили, вообще соседи. А это вот где машина стоит, вот здесь, с этой стороны. Вот это они звонят. Это Антас. Я там ход убей не приду. Если соседи смотрели, детей не видели, почему они не видели детей? Ну, скажем, да, вот поймали детей, это как у машины, они говорят, поймали. Если поймали, они... Они в машине не поймали. Да, да, они в другой машине поймали. В другой машине. Нет, ничего не поймали. Там не поймали. Вообще ужас какой-то, я не знаю. Нет, там эти, там, ты смотри, кукури вот этот вот. Вот я и про это и говорю, что никакой машины не поймали. А с той стороны нет, с той стороны никакой машины не поймали. Никого не было, я знаю. Ну, потому что я точно знаю, что никого не было. Ладно.